evening. We are starting press conference with the coach, Yarışan Manikyan. Please, if you have questions, raise your hand. Our coach will be speaking Russian, and the translator will be assisting us for that. Please. Как будто бы асмосы сужали дружить, постарайтесь из карта на матч на сайте спорта вызвать и тренера, и вместо на газ посетить, это тасовать, как и вообще на тоде Боржокс. Вторая игра за неделю, и как вы думаете, что изменилось за эту неделю? Абсолютно другая игра, все по-другому. Что, по-вашему, изменилось через эту неделю? Во-первых, поздравляю Жаргириса. Были интересные игра, хороший спарринг, борьба, интрига до последней секунды. Да, у них были тоже моменты, у нас тоже свои моменты, но они использовали то, что имели. Мы, когда счет был 0-0, мы наши моменты не использовали, у нас работали очень хорошо наши прессинги, которые мы подготовили, но не могли реализовать. А вот от стандарта, от аута, гол, нам разочаровали сильно, потом начали спешить, спасать игру, получили второй гол. А в перерыве, сделали вывод, поменяли схему и больше атаковали, имели моментов, забили один гол, но спасать не успели, не могли, к сожалению. Pirmiausia, тренерис нори посвятить, Вильму Жальгирису пергалę. Buvo labai įdomios rungtynės, kova, intriga iki paskutinių minučių, iki paskutinių sekundžių. Abi komandos turėjo savo progas, savo galimybes, bet Unico komanda dėja prie rezultatų 0-0 neišnaudoja savo progų, galbūt būtų pakeitę. Labai gerai veikia treneris, manau, kad labai gerai veikia jų tas aukštas spaudimas ir jie kontroliavo pradžioje visą žaidimą, tačiau neišnaudojo keletų didelių progų, praleido įvartį, žaidėjai pajuto įtampą, pradėjo skubėti, tada praleidome antrą įvartį ir per pertrauką pasistengėme pakeisti šiek tiek žaidimo planą, išėjome. Vėlgi pavyko žaisti taip, kaip žaidėme ir įmušti tą įvartį, deja antrojo ar pergalės pasiekti и хочу сказать, что претензий моей команды нету. Команда хорошо работала на поле, было большое желание победить, но мы не будем расстроиться. У нас есть хорошие очки, хороший шанс выйти из группы. У нас две игры. И будем правильно готовиться на эти две игры, чтобы наши шансы использовали и вышли из группы. Почему претензию тренера ЖДМС команды в скрытой натуре? Команда герой дырбу Айчки, лобы не рея лимиты, там тонная мата. Подсвергался, как турия герас позиция с группой, turi pakankamai taškų, kad galėtų tikėtis išėti ir dabar ruošės tomu dviejam likusiam rungtynę, kuriuose sieks pergalės ir išėjimo grupės. Kiek trenerio nuomonė vaizdą aikštėje pakeitė temperatūrą, aikštės danga kita, ar vis dėlto jis pats turėjo taktinį sumanymą kitų šiam rungtynę? Сколько игру поменяла вот температура воздуха, сама синтетика. Вы как-то имели планы, вот как вот да. С этим? Я до игры сказал, что
нам не должен мешать ни пуля, ни погода, ничего, потому что я так настраивал мою команду, что не должен мешать, но, к сожалению, если реально посмотреть, очень влияла синтетика. Наши футболисты не чувствовали комфортно с мячом. И те моменты, которые мы имели забить гол, 1-1, и там момент Юсуфа, Лука, я думаю, что вот эта синтетика влияла. На траве я знаю, как работают мои футболисты. Вот там и была такая проблема. Холод столько не влиял, но не думаю, что влиял вообще. Но поле, да, поле, да, нам дал проблемы. Aš prieš rungtynes sakiau ir komanda taip nuteikinėjo, kad niekas neturi mūsų žaidimų įtakoti, nei oro sąlygos, nei dirbtinė danga. Bet jeigu taip sąžiningai pasižiūrėjus į šias rungtynes, tai manau, kad aikštė sintetika tikrai turėjo įtakos. Kaip žaidėjai elgdavosi tam tikrose momentuose arba susikūrė tas progas ir kodėl jie neišnaudodavo tam tikrų progų. Tai įtakojo jų žaidimą, jų darbą su kamuoliu. Žinau, kaip mano žaidėjai elgiasi ant natūralios žolės ir kaip jie elgiasi su kamuoliu, kokius sprendimus jie priima. Ir tai, ką mačiau šiandien, tai tenka dėja pripažinti tą dirbtinės dangos įtaką. Dėl šalčio nematė jokių problemų, tai neturėjo jokios didelės įtakos rungtynėms. Lietuva neįsileido vieno pilno žaidėjo iš Rusijos. Ar tai turėjo reikšmės žaidimui? Ar pirmą kartą tokia situacija nutiko ir kaip treneris apskritai yra? Lietuva neįpustila atnovo vašo įgraką. Kark jie to pavilijalo na komandų, na įgrų vapšie. Это впервые в вашей карьере случилось, что так вот не впустили только одного игрока, и как вы вообще оценили эту ситуацию? Для нас это была потеря. Мы имели Алекса, который травмирован, и карточка получил первые игры, он пропустил. Мы надеялись, что Миша Ковалев, который не пропустили, он будет играть. Это второй для нас проблема создалась. И третий, который играл против этих, вместо этих двоих, Никита Баранов, он хороший игрок, но правый центральный первый раз играет у нас. И были такие вопросы. Я его без претензий, он сделал, что мог, он играл по возможности свои на эту позицию. Но Алекс и Миша на эту позицию лучше чувствуют. Поэтому это были потери, к сожалению. Если тренерский стоит поводить, то все-таки не тех теми команды. С чьей позиции гали жизнь оба Михаила Скупилова, оба Алекса. Я не венос на гале жизнь еще 40 лет, но Алекс traumuotas ir paprastai Kovaliausio vietą užima, dabar vietoj šių dviejų žaidėjų, kurie labai gerai jaučiasi šioje pozicijoje, teko leisti Baranovą, kuris pirmą kartą startą komandoje žaidė. Tad žaidimas kėlė galbūt klausimą, bet žaidėjai pretenzijų tikrai neturi, nes žaidėjas tikrai padarė viską, ką galėjo ir ką sugebėjo. Tiesiog Aleksas ir Kovaliovas geriau jaučiasi. Так, вот второй и третий вопрос. А так было в вашей карьере, что не впустили одного игрока? И как вы оцениваете эту ситуацию вообще? Не впустить. Ну, не пустить это уже больше на поле. Там поле, где политика, туда я не лезу. Это не мое дело, почему не пустили, а что случилось. Я просто могу жалеть, что и так получилось. Моя карьера не была такой ситуации, чтобы такой повод был, чтобы моего футболиста не пустили. Но сейчас будет уже опыт. Будем знать, что такое бывает.
Tai jau kitos aikštės žaidimas, tai yra politinės aikštės žaidimas ir ta aikštė treneris nelenda ir nenori komentuoti. Jo karjeroje to niekada nebuvo, bet dabar jau pirmą kartą buvo ir dabar jau turės patirties ir žinos, kad ir taip gali atsitikti taip kartais, kad vienu žaidėju gali kažkas neįleisti. Спасибо.